Да. Парни, ну я возьму. I can hear you guys. Hello. Беги. Ух, веселые пострелушки. Ёбаная полуза, блядь. Ой, ебать. Это ты лежал там, да? Friendlies. Heads up, new mag in. It's a pot loading. Throw grenades if you have them. Throw grenades. Он сейчас редко играет, не значит, что он разучился, нахуй. Это ты его убил последнего? Нет. Я не успел, куда хотел. Да вот. Эти пупсики надо добавить. Лол. Сколько же ему надо было, а? Три очереди. А, это ты по мне стрелял? Я вообще не понял, как ты оттуда вышел. Там на улице там, да? Я призрак, потому что, да. Во дворике, да? Да, я вообще не понял, как я пошел. Или ты типа еще дальше, типа, вдоль самой карты. Потом поговорим. Пуль не хватит. Тихо, ведь, пожалуйста. Ты же глушителем был? Не знаю. На Б. Ну, занят. Я был на Б, да. Глушитель. Как ты выжил, у меня вопрос? Просто потому, что захотел. Это ты пробежал по правому полу? Не-не-не, только рискнулся. Блять,
Я пока уже не перезарядился, но нужно перезаряжаться, да? Ну, пресс прошел туда на пару секунд. Да, так я побежал на точку. Свеженький. Я двоих убил. Ладно, перезаряжусь. Блядь, два меня купили. Он мертв. Ай, блядь, иди. Ого, 11-3. Блядь, как я люблю косую. Сука, зачем мне дым, да? Осколочный. Ну одну, да. Да она есть, я просто не ту гранату вытащил. Где он? Там снайпер где-то наверху. Тихо. Сука, последние пули снова. Ух, хорошо. Концовочка была топ. Или нет, давай слева, короче. Они же тоже не сразу добегают на левый. Они надят одновременно с нами. Ну, пошли через левый. Сейчас главное РПГ в лицо не поймать тут. Блять, в проходе дебил стал. Так, РПГ один ушел. ГПшки ушли, нормально, можно продвигаться пытаться. О, мы сходу зашли, нормально. Есть шанс. Блять, где-то клоун один остался. Сука, где же он может быть? Я знаю, где, но, блядь, меня пасут. Сколько нас? Четверо. Флешку сейчас дам. Надо выходить искать его. Мне флешку дали, блядь. Это ты мне флешку давал! Слева еще один, слева еще один! Можно брать, можно там... брать, я зачистил! О боже мой! Да умришь ты! Здорово, блядь. Блядь, да справа где-то он под запором. Я вообще не вижу. Ух, автомат есть. Билет из бронепульта. Бро, надо захватывать. Ну чёрт, надо найти, где последний. Бро, живу как могу просто, вот на пределе сил. Заебали, хули вы ползаете, дебилы. Не ори, Витя, не ори, блядь, не матерись мне просто так в чат. Прости. Саня, дом справа, понял? Я не могу пройти уже, меня возьмут я сразу. Я могу держать под крепо, типа, и все. Не могу. Но это был просто там, как, замес. Замес всем замесом, замес. У нас команда, блин, я не могу. Интересно, мы с тобой сделали все в самом начале. Бля, ну у нас такое шаткое равновесие, надо пробиваться на альфу и сжигать ее нахер.
Текс. Нас на левом фланге, конечно, ждут там уже. Пара человек 100% сидит в глубине. Ну, сейчас у них волна пошла. Ну, собственно говоря, мы люди простые, что нам делать остается? Сказано, взрывай тайник. Надо взрывать тайник, блять. Выбор у нас немного. Отсиживаться где-то. Это не наш метод. Не убил его, но думаю, немножко подобосрался там. Мертвый. Не знаю, я его или нет. Зачем ты высунулся? Ты же шел уже в укрытие. Глупенький. Ох, сука, не дают пробиться, нормально кроют. Суки, продавливают. Этот готов. Как же тут, сука, проскочить? Ну вот под мост можно. Потом сюда. Сюда. Завалить этого. Блять, не пролажу, жирный. Ага. Бля, без бронебойных пульта совсем печально. Ох, сука, ох, сука. Не стреляет раньше времени. Хай бежит нахуй, все, тайник. До свидания, блядь. Фух, магазины. Надеюсь, у меня еще остались полные. Потому что если я сейчас зарядил магазин с 10 патронами, это такая себе... Такое себе подспорье для победы. Ну, этот готов. Ай-яй-яй, вот пустой магазин. Пустой магазин. Закончились патроны. Ну ничего, отлично, отработал, тайник взорван. Все по красоте, ребята. Здорово, народ! В эфире Хьюстон, давненько не слышались, давненько не было классической Insurgency на канале. Ну, сегодня случилось, похоже, и то, и другое. В принципе, Insurgency, основную часть вы уже посмотрели, и теперь я хотел бы сказать парочку слов. Во-первых, хотел извиниться за то, что видео сейчас выходит крайне-крайне редко, ребят. Есть на то причины, не хватает времени сейчас. Но канал изначально позиционировался как канал, на котором видео выходит не часто, но обязательно. Поэтому я хочу одновременно сказать спасибо всем, кто ждет, спасибо всем, кто остается на канале. Ребята, это безумно приятно, что есть люди, которые ждут видосы, оставляют комментарии, оставляют положительные оценки под видео. Спасибо всем вам большое, я вам очень благодарен. И если действительно мои видео заставляют кого-то улыбаться, вызывают у кого-то интерес, вызывают позитивные эмоции, значит, все это нужно, значит, они будут появляться редко, часто, но будут. Это я вам обещаю. Далее, к новостям, ребят. Что хочу рассказать. Начиная с этого видосика, у нас на канале все видео будут выходить в 2К формате 1440p. Давно назревал этот вопрос. YouTube жесточайшим образом режет картинку. Я думаю, вы это замечали. И, в принципе, несмотря на то, что у меня нет 2К монитора, у меня Full HD обычный, но видео буду выпускать в 2К, чтобы YouTube меньше срезал качество и чтобы у вас была более приятная эстетическая картинка. Далее по новостям. Ребят, Insurgency давно не было классики. Честно говоря, вот рубрики, которые были изначально, Рыцарь Демократии и Воин Аллаха, я решил их перевести на Insurgency Sandstorm. Она еще очень сырая, очень плохо оптимизирована. Моя система уже тоже немножко старовата для нее. Нужно будет обновлять систему.
Эти нюансы пока что замедляют работу над новыми рыцарями демократии и воином Аллаха. Они задерживаются, но эти рубрики железно останутся на Сэндшторме, потому что у игры очень большой потенциал. Касаемо классической инсёрженси, которую все еще, насколько я знаю, ряд моих зрителей и подписчиков ждут, ребят, и мне, честно говоря, тоже приятно время от времени возвращаться в классическую Insurgency. Она останется на канале, но уже в виде этой новой рубрики, как в старые добрые времена, и будет выходить с той частотой, с которой будет получаться. Но она останется вот именно в этом формате. В принципе, ребят, все, что хотел, сказал. Видосики не часто, но обязательно. Видосики теперь в 2К формате. Insurgency рубрики «Рыцарь демократии», «Войн Аллаха», а теперь в Сэндшторме. Но классика Insurgency остается на канале. Вам еще раз спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите. Как всегда, всем вам, ребят, желаю позитива. Желаю высокого FPS, низкого пинга, ровных тиммейтов. И говорим, услышимся, друзья. Конец связи. Alpha is hot! It was at this moment Jackson knew. Allahu Akbar!